Продолжение темы. В поселке совхоза имени Ленина представители общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и клуба «Золотая осень» отправились по нескольким адресам, где живут долгожители, чтобы вместе с ними отметить День пожилого человека. Одним из приоритетов общественного движения является работа с местным клубом «Золотая осень». В нем состоят представители старшего поколения поселка. В этот раз они навестили нескольких его участников, приготовив приятные сюрпризы. Вы на том рубеже, да, то, что у нас уже 93-й юбилей за горами, правильно? Собственно говоря, и круглая дата, и отметить ваш возраст, да, почетный возраст. Собственно говоря, мы вам приготовили подарок. Живите долго, счастливо, не болейте, на радость своим детям, внукам. Волонтеры и общественники подарили пожилым людям не бесполезные безделушки, а бытовые приборы, которые будут весьма кстати. Пароварки, очистители воздуха и ингаляторы.